Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы попробуем на примере Windows 7 осуществить проверку жесткого диска на наличие ошибок. А бывают такие моменты, когда при открытии определенных файлов происходит сбой системы, либо зависание программ, ну либо просто компьютер медленно работает. В этот момент есть смысл проверить наш жесткий диск на наличие ошибок. Перед тем, как проверить жесткий диск на наличие ошибок, нам нужно закрыть все программы и файлы, которые у нас есть, которые у нас открыты. А затем нам нужно зайти в мой компьютер. Заходим в него. Далее выбираем в моем компьютере тот жесткий диск, который мы хотим проверить. Вот. В моем случае только один жесткий диск, поэтому я его и выбираю. Вот. Значит, выделяем жесткий диск и на нем нажимаем правую кнопку мыши. Нажав правую кнопку мыши, у нас появляется контекстное меню. А в этом контекстном меню мы выбираем пункт под названием «Свойства». Выбрав пункт «Свойства», в открывшемся перед нами диалоговом окне нам нужно выбрать пункт под названием «Сервис». Вот здесь вот он находится. Выбираем его. В пункте «Сервис» у нас есть три кнопки. Первая кнопка «Выполнить проверку», вторая кнопка «Выполнить дефрагментацию» и третья кнопка «Архивировать». Вот. Нам нужно выбрать кнопку под названием «Выполнить проверку». Вот здесь она сверху находится. Выбираем эту кнопку. Вот, внимание, перед нами открывается очередное диалоговое окошко, и вот здесь нам нужно поставить галочку напротив текста со следующим содержанием. Автоматически исправлять системные ошибки. Вот, ставим вот здесь вот галочку. И нажимаем на кнопку «Запуск». Так, значит, нажав на кнопку «Запуск», перед нами появляется диалоговое окно с предупреждением, что Windows не может проверить диск, который в данный момент используется. Все идет по плану, это нормально. Вот. Далее нам нужно нажать на кнопку расписания проверки диска. Вот. Я на эту кнопку нажимать не буду, потому что я уже свой диск проверил на наличие ошибок. Вот. После того, как нажмете на эту кнопку, вам нужно будет выключить все файлы, программы, папки и перезагрузить свой компьютер. Во время перезагрузки компьютера будет осуществляться проверка жесткого диска на наличие ошибок. Вот. Ваша перезагрузка компьютера может затянуться до 25-30 минут. Во время перезагрузки компьютера вам будет предоставлен отчет о проделанной работе. Там будет написано, сколько всего вы проверили файлов, сколько всего было проверено файлов на ошибку, сколько из них ошибочных и так далее.